Афанасий Фет. «Зеркало в зеркало с трепетным лепетом», читает Павел Беседин. «Зеркало в зеркало с трепетным лепетом я при свечах навела. В два ряда свет и таинственным трепетом чудно горят зеркала. Страшно припомнить душой оробелою там, за спиной нет огня. Тяжкое что-то над шеею белою плавает, давит меня. Но как уставят гробами дубовыми весь этот ряд между свеч? Ну, как лохматый с глазами свинцовыми выглянет вдруг из-под плеч? Ленты до радуги ярче и жарче дня дух захватило в груди, суженный, золото, серебро, чур меня, сгинь, пропади.